Нормально. Тихо. Слышали что-нибудь? Они сваливают! Так. А давай, может, попадешь одним из выстрелов. Так. Так. Никого нет, надеюсь, там. Отлично, нету. Так, перезаряжайся. Так, окей. Беги сюда, смотришь немножко местность. Так. Да. И последний снайпер отходит. Ну, точнее, подходит. Да. Так. Если они будут вместе, то... Бляха-муха. Умно встали. Так. Хопа-на. Так, остался летун улучшенный. Да нельзя. Так. Он там где-то был. Ага, ну вот он. В принципе... Стреляй. Во! Отлично. Тык. Вам тоже никого не подбили. Просто класс. Наши бойцы, как всегда, отработали превосходно. Типовые патроны. Тык. О. Оперативный штаб, серый рынок. О. Завершить сделку. Отлично. Так. Блин, а надо послать уже эти. Так, инженеры постройки. Электростанция. Реальный генератор пусть будет.
Это модуль спутниковой связи, на который денег не хватает. Хотя... Хотя нет, пусть обнаружение целей. Начать новое исследование. Громобой. Броня Архангел. Вскрытие. Это новый подвид уже знакомых нам созданий. Этих существ мы назвали тяжелыми летунами. Как видите, пришельцы внесли заметные улучшения в броню и оружие летуна, так что уязвимых мест у него стало гораздо меньше. Это чрезвычайно опасные бойцы. Да ладно. На проект «Лютенин цех» и «Быстрый ремонт». Броня Архангел. Литейный цех, в котором ни хрена ничего нельзя сделать. Оперативный штаб, серый рынок. Ну, давайте. Трупы дохлика, летуна. Они пригодятся, опять же, ну, не в таких количествах. Это явно. Сталида тоже нафиг. Завершить сделку. Так, постройки. Модуль спутниковой связи. Спутниковый комплекс. А давайте-ка спутниковый комплекс лучше, наверное, сделаем. Так, обломки дрона, трупы, мутоны. Вот компьютер пару штук и нормально. Инженерные постройки. Спутниковый комплекс. Отлично. Броня Архангел. Так. Так. Броня Архангел. Эми пушка. Так, обнаружение целей снова. Так. Блин, а... Так. Так, я уже выпил. Окей. Лаборатория. Так. Ё-моё. Так. Инженерное дело, литейный цех. Так, окей. Постройки. Нет. А, сейчас надо подумать, конечно. А, инженерное дело. Оружие, техника. Броня Архангел. Стоит... Как, не знаю что. Титановая броня. Ладно, громобой. Два штука, ё-моё.
пригодится. Лазерная пушка. Денег нету. Ангар. А я сейчас... Так. Строительство громобоя. Окитая лавина. Изменить. Я хочу перевести все свои самолеты на лазерное оснащение. Так. Так, окей, сейчас я поставлю их более-менее так, ну, как мне хочется. Так, снайпер сюда. Второй снайпер. Так. Алиса вроде бы, да? Дед Мороз, который. Да. Так, дальше. Тяжелую пехоту. Штурмовик. Поддержка. Во! Вот так должен стоять отряд XCOM. А не как у меня раньше стоял. Так. Сейчас. Надо посмотреть, сколько первых времени. Блин, ладно. Извините за такую короткую, наверное, часть. Но мне надо уже бежать. Я на время смотрю, мне даже бежать. Ладно. Давайте закончим на этом месте, потом продолжим. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Дант и XCOM, и меня новым. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, свою группу Steam, ВКонтакте. Ну и всем пока!